Утро вторника в администрации района началось с расширенного пленарного совещания. И началось оно с приятного события – награждения работников библиотечной системы района, которые вчера отметили свой профессиональный праздник. Заур Хамирзов поздравил приглашенных, пожелал здоровья и удачи в их благородной профессии. За образцовое исполнение своих обязанностей большой вклад в развитие культуры Кашхабского района – и в связи с празднованием Общероссийского дня библиотек почетной грамоты администрации муниципального образования Кашхабльский район награждаются следующие работники муниципального казенного учреждения культуры «Межпоселенческая централизованная библиотечная система муниципального образования Кашхабльский район». Апазалова Зурец Хатбиевна, заведующая Козинской библиотекой. Елена Михайловна, библиотекарь по работе с детьми Волинской сельской библиотеки, филиал номер 2. Спасибо. Сергеенко Галина Владимировна, заведующая Дмитриевской сельской библиотекой, филиал номер 3. Шорова Зана Махмудовна, заведующая методическим отделом Центральной районной библиотеки. Затем участники совещания обсудили текущие вопросы, включая ход призывной кампании, достижение KPI-показателей, исполнение бюджета района за 4 месяца текущего года. Работу за прошлую неделю представили заместители главы района. Один из обсуждаемых вопросов на совещании касался санитарного состояния населенных пунктов. По этой теме выступил заместитель главы района по строительству, архитектуре и ЖКХ Евгений Глазунов. О ходе подписной кампании на второй полугодии текущего года доложил заместитель главы района, управляющий делами администрации Рустам Хасанов. Большое внимание было уделено вопросу организации летнего отдыха учащихся на базе общеобразовательных организаций. Начальник управления образования Асиат Берзегова сообщила, что лагеря с дневным пребыванием будут функционировать на базе 10 школ района для 742 детей с 10 по 30 июня текущего года. Глава района поручил ответственным лицам подготовиться к данному мероприятию тщательно. В ходе совещания также обсуждены другие вопросы с принятием соответствующих решений и установлением сроков выполнения.